Унс. Как вы думаете, что Лена делает? Унс. Лена становится мужчиной вокруг. Как она, Лена, качается-то? Правую ногу я уже подкачала. Так. Фитнес. Рыба-фитнес. А я рыба, Ай-яй-яй-яй! Я не боюсь. Вот как вы без Лены до сих пор жили? Не знаю. А я-то без вас так живу. Этот знаменательный день настал. В какой-то веке. На исходе третьего десятка лет поисковой деятельности мы купили поисковый магнит. Саша, предъявите, пожалуйста. На 300 кг грузоподъемность. К нему купили веревочку 30 метров. А сейчас, наконец-то, нашли место, куда мы можем его бросить. Это знаменательный день! Настал! Прощай, магнит! Прощай! Саша, труби добра! Нет, в лоб немецкому водолазу попал. И он сразу испустил дух. И главный трофейщик Александр Андреевич Пирожков вожделенно ловит военную рыбу. Кто у нас продекламирует, Лена? Лена, про рыбу продекламируй, пожалуйста. Да, три, четыре. А мы рыбы.